Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Олег Митраков, я солист Омской филармонии. Волей судьбы вчера стал тысячным участником сообщества поклонников творчества Виктора Васильевича Плешака. И на самом деле живу я сейчас в Омске, но несколько лет назад жил в Петербурге, где педагог, с которым я занимался, исполнял песни «Неповторимый Петербург» Виктора Васильевича и многие другие. Работал в ансамбле, где мы пели песни «Экипаж», «Одна семья» и несколько еще других песен Виктора Васильевича. Сейчас я тоже разучиваю новые песни из творчества репертуара Виктора Васильевича. И рад, что здесь эти песни звучат. Надеюсь, они будут звучать еще чаще, и еще больше репертуар будет охвачен творчество композитора. Композитору желаю долголетия, здоровья, всех благ. Всем участникам группы желаю продвигать творчество композитора. Оно достойно того, чтобы о нем знала вся Россия. Всего доброго.